Слава Господу, дорогие братья и сестры, мир вам! Слава Богу за то, что в Божьем присутствии наш дух, он поет, правда? И мы имеем вот это благословение и можем прославить нашего Господа от сердца. Разрешите мне в этот великий праздник поздравить вас с этим замечательным событием, чудесным событием сошествия Духа Святого на эту землю, рождением Церкви Христовой. Слава за это Господу! Знаете, это великий день, это великое благословение, которое мы имеем, потому что Дух Святой пришел. Он дает нам силы жить, Он дает нам силы служить, Он нас ведет, и это лучшее, что мы, как верующие люди, имеем. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 5 стиха, слова Христа. «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше, но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но теперь не можете вместить». Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Вот такие слова Христос сказал. И знаете, когда Он говорил, Он видит сердца учеников, что они печалью наполнились сердца их от того, что Христос уйдет. Он говорит, я уйду, но говорит, лучше для вас, чтобы я ушел, потому что придет лучший, придет утешитель, который наставит, вразумит, поможет, знаете, лучше. И мы, знаете, сегодня имеем, как верующие люди, лучшего друга, лучшего учителя, лучшего советника, лучшего утешителя. Ну нету лучше, просто не выразить словами то, что, братья и сестры, мы с вами имеем в лице вот этой личности, третьей личности Троицы, Духа Святого. И, знаете, в 14 главе Христос говорит такие слова, что «Я иду приготовить вам место, у Отца Моего обителей много, и Я, говорит, иду вам приготовить место, и когда пойду и приготовлю, то возьму вас туда, где и вы будете там, где Я буду». Да? Знаете, наша цель нашей жизни какая? Достичь неба, правда? Вот самая главная цель в нашей жизни – это попасть туда, где Христос приготовил для нас место. Но есть путь, по которому мы идем. Я такое свидетельство приведу кратенько. Дочка моя старшая, может, она потом сама засвидетельствует, но буквально 2 месяца назад она, как врач, военнообязанная, ей пришла повестка, чтобы на сборы ее забрали. И у нас начались вот эти молитвы, и Господь такое слово ей сказал, что «Я не волнуйся, доверяйся Мне, верь Мне, Я уже там. Я уже там. Ты здесь, а Я уже там. Я уже все приготовил». И знаете, я помню этот день, когда я ее привез в этот Ледовый дворец, 4 часа утра. Я думал, знаете, как по-человечески, быстро это все пройдет, там и посмотрят на эту повестку, скажут, ты нам, не подходишь, и отправят домой. Нет, сказали, иди вниз и жди. И я сижу с ней там, жду. И я понимаю, что, толку от того, что я с ней рядом, я ей помочь ничем не могу. Туда, куда ее везут, меня не возьмут туда. Я ее не утешу, я ее не поддержу, не наставлю. И я, знаете, говорю, доча, я пошел. Я разворачиваюсь, там пару шагов сделал, потом обернулся, посмотрел на ее глаза, вернулся назад. Не могу уйти. Но потом сижу и думаю, Господи, Дух Святой, ты же с ней, ты же сказал, что я уже там, я все приготовил. Сокращая историю, вечером она вернулась домой. Ее не забрали на те сборы. Господь как сказал, так и сделал. Но был путь, который ей надо было пройти. Я знаю, братья молились, я просил. Кто знал эту ситуацию, молились. И Дух Святой свою работу сделал. Он был с ней. Даже люди неверующие, они как-то ее там утешали на этом пути. Знаете, я же завезли туда на полигон и потом вернули. То есть был путь. Вечером она вернулась домой. Вот, она уже засвидетельствует потом как-нибудь сама. Но знаете, о чем я подумал? Что есть путь. Вот, и на этом пути мы, как люди, знаете, в Римлянам 8 глава написано, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем молиться, как должно, но Он сам ходатайствует за нас воздыханием неизреченным.
посвященными. Знаете, нам на пути нужен помощник, нужен, ну, советник, нужна сила, да. И вот у нас есть немощи, они как физические немощи есть, душевные, духовные. И знаете, в лице Духа Святого мы имеем утешителя. Вот само это слово, оно переводится с греческого, по-моему, тот, кто всегда рядом. Знаете, он всегда рядом. Он никогда не оставит. Он никогда о тебе не забудет. Ты всегда в его внимании. Он всегда рядом. На расстоянии молитвы, так скажу. И это важно. И помните, брат Олег уже читал это место Писания, такие слова. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии и до края земли. Вот вы примете силу. Знаете, нам на этом христианском пути нам нужна сила. Потому что у нас, братья и сестры, есть немощи. Я уже говорил, Римлянам 8:26. Есть немощи, но Он тот, кто дает силу. И во многих аспектах жизни это выражается. Но такие три я хочу отметить. Первое, что тоже сегодня говорилось, это сила преображения. Знаете, сам по себе человек, ну, не может поменяться. Вот я до Христа, я много раз пытался это сделать, своими силами какими-то, вот, ну, надолго меня не хватало. Вот у человека по-человечески ты сам себя не поменяешь. Я помню, один пастор, он пример такой интересный привел, вот, по поводу преображения, что показывает Мерседес, там, 90-го года и Мерседес 2017 года. Там колоссальная разница. Там тот был, ну, а этот вообще, посмотришь на него, удивительная машина, удивительный автомобиль. И потом он показывает УАЗ, знаете, буханка, там, 90-го года и 17-го. И он говорит, каким ты был, таким ты и остался. Ничего не поменялось. Какой он был, этот автомобиль, он таким и остался. Знаете, и наша жизнь без Христа, без Духа Святого, какая была, такая остается, ничего не меняется. Но Дух Святой дает нам силу преображения. Мы преображаемся, апостол Павел пишет в одном из посланий, что мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, что делаем? Преображаемся от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот от Господня Духа мы преображаемся, от силы Святого Духа мы становимся лучше. Глядя на Его, какой Он, и глядя на нашу жизнь, нам хочется меняться, нам хочется быть лучше. И эту силу дает Дух Святой. Он наша сила. Второе, что хочется сказать, что это сила жить. Сила жизни, братья и сестры, в нас. И это сила Духа Святого, потому что, знаете, есть люди в этом мире, не имея этой силы, разочаровываются в жизни. Вот где-то какой-то нет успеха, нету какого-то счастья, не видят какого-то просвета и разочарованы в жизни. Многие заканчивают эту жизнь. Но нам Господь Духом Святым дает силу жить, дает силу славить Господа. И эта сила жизни, она внутри нас, братья и сестры, Духом Святым заложена. И нам, помните, апостол Павел в Афинах говорит в Ареопаге такие слова, что мы им живем и движемся и существуем. Это Он дает нам силу жить, дает нам силу радоваться, дает нам силу служить, братья и сестры. Это Его сила. И третье, что хочется сказать, это утешитель, да, сила утешения. Мы знаем, что когда проводим там траурное служение, похороны, да, и мы понимаем, что мы как люди жалкие утешители. Да, мы говорим какие-то слова, чтобы утешить человека, но никто так не утешит, как он. В скорбях, в каких-то трудностях, переживаниях, в каких-то жизненных вопросах нету лучше утешителя, чем Дух Святой, братья и сестры. Он нас утешает. И знаете, что, в чем еще выражается эта сила? Помимо того, что Он нас утешает, мы еще имеем силу утешать других людей. Вот это Его сила в нас. Это то, что это сила Духа Святого, которая вдохновляет нас. Можно много еще об этом говорить. Какую силу дает нам Дух Святой. И силу служить, я уже говорил. И силу благословлять. И силу идти за Ним. Но это все приходит в нашу жизнь. Написано, и вы примете силу. Примите силу, братья и сестры. Мы эту силу принимаем от Него каждый день жизни, если мы стоим на страже у порога ворот Господних, если мы
имеем близкие отношения с Ним, если мы, как сегодня слышали, ревнуем об этом, если мы жаждем этого, то на жаждущие сердца Бог изливает силу Святого Духа, которая дает нам возможность и жить, и служить, и утешать, и благословлять, и преображаться. Пусть Бог благословит нас в это утро и последующие дни жизни, чтобы вот эта сила Святого Духа, она проявлялась в нашей жизни и в жизни тех людей, которые окружают нас. Давайте мы помолимся, братья и сестры.